Сегодня мы будем рисовать гранат. Для этого мы берем самый дешевый холст, хотя знаете, нафиг этот холст, берем просто картон. Открываем картон и начинаем делать самый подробнейший рисунок. Вот посмотрите, мы уже почти нарисовали. Прорисовываем самые крупиночки, листочки, кружочки, треугольнички. Хотя знаете, понятия не имею, зачем мы это все рисовали, потому что сейчас мы это все затонируем и наш рисунок нафиг пропадет. Тонируем, как будто мы сейчас реально понимаем, что мы делаем все правильно. Как мы все знаем, лучшее время для художника – это ночь. Берем старые кисти, так как на новые денег нет, и начинаем пытаться что-то писать. Пишем гранат. Хаотично накладываем мазки, создаем как будто бы форму и объем. Что-то там вроде покрасили тарелку. И теперь начинаем долго раскрашивать. Да, именно раскрашивать ковер. Ну вот и какие-то листочки вроде появились, но мы на это не обращаем внимания и дальше красим ковер. Тут мы смотрим и что-то по мелочи добавляем, а теперь самый-самый любимый момент. Конечно же, расставляем блики. Ну и как будто бы все. Так оставлю, так хочу, так нравится, и я так вижу. Всем спасибо, пока!